Кто кричал? Ты что ли? Нет, я спала. Я слышала что-то сквозь сон, но подумала, что это где-то с улицы. С улицы. Хозяйка твоя где? Как где? У себя спит? Где ж еще-то быть? А спальня ее где? Там, на втором этаже, слева. Там что? Детская. Я иду искать. Дотронулся до нее. Ночь теплая была. Но глаза как будто стеклянные. Тут ясно дело, покойница. Странно. Крик, говорит, с улицы аж слышали. А... Неужели никто в доме не проснулся? Служанка ихняя. Вроде что-то слышала. Но не разбрала с просонья. Кто, откуда. Думал, с улицы. Ну, что я могу сказать. Смерть наступила в результате удара. Тяжелым, тупым предметом. Вот видите, в районе левого уха у нее череп до основания проломлен. Орудие убийства найдено? Никак нет. У меня к вам большая просьба. Если я не сильно нужен, позвольте мне откланяться. Конечно, можете идти. Благодарю. Антон Андреевич, вы осмотрите здесь все внимательно. Важна каждая мелочь. Работаем, Яков Платоныч. Примечательно, что ничего ценного не взяли. Деньги, украшения, все на месте. Огромное количество пыли повсюду. Дама явно в дорогу собиралась, вот только из дома выйти не успела. Да. Быть может, услышала какой-то звук, заглянула и пала жертвой злодея. Вы, когда здесь все закончите, осмотрите окна и двери. А я с обитателями побеседую. Будет сделано. И что же, никто из вас крика не слышал? Так спали мы, поэтому никто ничего и не слышал. Татаринов Викентий Андреевич. Племянничек мой. А вы, простите, кто будете? Пахомовна. Служу я здесь, в хозяйстве. Кто-нибудь еще в доме живет? Горничная моя Сусанна. И супруга. Племянника моего, Ксения, жила. А вы, как я погляжу, прямо вот так спали? В одежде? Разморило, я прилег, не заметил, как заснул. Странно это. Ночью на дворе, а вы одеты, как будто в дорогу. Жена ваша, словно при параде, чемодан при ней упакованный. Собирались куда? Да, собирались. Думали утром первым же поездом в Москву поехать. Я вот билеты купил. А мне, значит, ничего не сказал. Тайком решил сбежать, не попрощавшись. Как воришка. Да вы же, тетушка,
сами меня выгоняли. Вроде как и не рады были. А чему радоваться-то? Я же вижу по твоим глазам, почему ты обхаживаешь старуху больную. Да хватит уже, тетушка! Довольно! Жену мою убили! Вы хоть это понимаете? Фух. Вы здесь горничная? Да, Сусанна. У Бенециановой давно служите? Недавно. Я сама из Саратова. Вот. Там тоже в хорошем доме служила. А что же вы ехали, коли дом хороший? Провинились? Да нет, что вы, бог с вами. Просто тамошние хозяева за границу уехали. А у меня письма есть. Рекомендательные. Из другого дома тоже. Вот что, вы приходите завтра в управление и письма свои рекомендательные приносите. Барыне плохо, доктора зови срочно. Пахомовна? Со слухом у них у всех все в порядке. Да. Следов взлома нет. Значит, убийца живет здесь. Или кто-то из них впустил убийцу в дом. Сюзанна? Пока никого исключать нельзя, кроме хозяйки. Для нее такой удар не под силу. Да. Хотя двери она могла открыть. А ведь, кстати, это детская, а где же ребенок? А, это известная история. Хозяйка Бенцианова Антонина Марковна лет 20 назад потеряла своего сына. Что случилось? Пошел кататься на коньках на речку. Провалился под лед. Воспаление легких, и спасти его не удалось. Сколько ж лет ему было? 7 лет. Господи. Да. С тех пор Бенцианова почти не выходит из дома. Да и у себя мало кого принимает. До сих пор оплакивает своего Петрушу. И комната до сих пор выглядит как жилая. Да. Вот почему именно в этой комнате труп? Загадка. Трогай, братец. Голова в дребезги, и весь пол, говорят, кровью залит. Загубили невинную душу, бедняжка. Да у кого только рука на это поднялась, а? Да может, ворон в дом залез, кто ж знает? Ужас. Убили кого-то? Убили. Бенециановой, жену племянника. Убили. Жену племянника Бенциановой. Прямо в доме. Какой ужас. Да. А вы что, были с ней знакомы? Некоторое время тому назад Бенцианова обратилась ко мне, как к медиуму, чтобы я обучил ее, как следует правильно общаться с духом покойного сына. Бедная женщина. Видимо, от горя совсем разума лишилась. Бенцианова утверждала, что ощущает присутствие сына. Она с ним разговаривает. Убеждена, что он ее слышит и понимает. Тоскоби? Я всегда говорил, любое назойливое вмешательство в жизнь духов, не обладая определенными знаниями и навыками, наказуемо. И, несомненно, влияет на душевное спокойствие. Всего хорошего. Дядя, ну почему вы себя так вините? Ну в этом ведь совершенно нет вашей вины. Я мог как-то поучаствовать. Я мог как-то оградить ее.
А что я вместо этого? Махнул рукой? Подумал, пусть полоумная старуха делает, что хочет. Вот результат. Но вы же не думаете в самом деле, что в этой смерти виноват злой дух? Все может быть, все может быть. Определенно Бенцанова нуждается в помощи. Сирота я. Скиталась все детство. Вот. А потом в Пензе работу нашла. Прислуживала в доме одного купца. А потом в Саратов переехала. А что, в Пензе не заладилось? Жена купеческая ревновать начала. Был повод? Да на кого это все? Пустое, не было ничего. А вот хозяин ваш на похвалу не скупится. Прилежная, услужливая, чистоплотная. Купец второй гильдии Воеводин. Вы продолжайте. А потом в Саратове я работала в семье доктора. Но они дом продали и подали за границу. Ну, а в Саратове как-то больше не было работы. Опять прекрасная характеристика. Воспитанная, старательная, сообразительная. Доктор Ванин. А как же вы у нас в Затонске-то оказались? Так проездом как-то было, и мне ваш город очень понравился. И работу сразу тут нашла. Я же 2 месяца как служу у Бенцановой. Устаете, поди. У хозяйки-то характер непростой. Не жалуюсь. Хотя, конечно, бывает и тяжело. Вот поэтому, наверное, и спите крепко, ведь кричала-то убитая громко, коль городовые на улице слышали. Так я тоже слышала сквозь сон, но я подумала, что это где-то на улице. Понятно. Перед убийством что-нибудь подозрительное в доме видели? Может, разговоры какие слышали? Да ничего странного. Все как обычно. А подслушивать я не приучена. А вот это похвально. Ну что ж, ступайте тогда. Только из города не уезжайте. Может, еще понадобитесь. Хорошо. До свидания. Антон Андреевич, отправьте телеграфный запрос в полицейские управления Пензы и Саратова. Угу. Надо проверить, что же ее носят по городам да весим, молодую да незамужнюю. Угу. Да, что там по поводу француза? Никаких зацепок. На старой квартире он не появлялся, а возле дома князя тоже замечен не был. Но я там поставил нашего человека. И никаких следов синей тетради. С дома князя наблюдение снимайте. Как же? Снимайте, снимайте. Неловкий топтун может только все испортить. У меня другие средства есть. Как прикажете. Дядя, ну неужели вы думаете, что дух, который обрел свободу, вдруг явится решать людские вопросы? Некоторые духи не могут обрести покой из-за того, что у них остались здесь незавершенные дела. Они ведь тоже подвержены страстям. Их обуревает разочарование, и гнев, и обида, и жажда мести. Ну хорошо. Но если нет никакой возможности обрести утешение, то что? Вечное терзание? Можно попробовать успокоить дух. Успокоить дух? Это интересно как? Исповедовать? Дядь, ну вы шутите. Была такая история. В одном английском аристократическом поместье начала происходить череда загадочных смертей. Баронет покончил с собой. Его сын упал с лошади, сломал шею. Экономка споткнулась, упала с лестницы, разбилась. И оказалось, что все это делает неупокоенный дух женщины, которую бросил любовник. Тогда нашелся один французский медиум, который бедняжку успокоил. Он уговорил ее простить любовника, что она и сделала. А он таким образом, получается, поработал и как медиум, и как психолог.
Но если к смерти Ксении Татариновой имеет отношение какой-то дух, ну, тогда получается, что у него должна быть какая-то цель. И человек, руками которого он этой цели добьется. Надо ехать к Бенцановой. Время не самое подходящее, но и медлить нельзя. Бес его попутал. Вот он в выступлении женушку-то свою и тюкнул. Не знаю, как-то не верится в такое изуверство. И он вроде бы приличный человек. А больше-то некому. И полицейские не велели ему никуда уезжать. Зря, что ли? Ой, как теперь под одной крышей-то жить? Да будет вам. Ну что вы. Может быть, это не он, а лиходей какой. Скажи еще нечистая сила. Ой, Господи, прости. Сюда. А ну убирайся отсюда, нечисть бродячая! Вот отчаянная, не оробила. На самом деле нечисть какая-то в доме. А все с этого Татаринова началось. Как он появился, так все наперекосяк. Вам, небось, обидно, да? Все-таки всю жизнь прослужили. А теперь вот, барыня, поди, Татаринова сделает единственным наследником. А вам ничего. А мне это неизвестно. Я завещание не видела. Да и читать не умею. Кто это? С чем пожаловали? Это я. Здравствуйте. Петр Миронов. Это племянница моя, Анна. Не здоровится мне, чтоб гостей принимать. Мы помочь вам пришли. А я в помощи не нуждаюсь. Ну, если бы только что-нибудь от сердечной боли. Антонина Марковна, мне кажется, следует разобраться в причинах гибели супруги племянника вашего. А это полиция. Пусть и разбирается. А с меня этих ваших вопросов довольно. Я... Иди. Вот, видите, слабо. Не, с постели встать не могу. Вы позволите? Антонина Марковна, здесь имело место быть вмешательство потусторонних сил. Ну вот что вы такое говорите, сударь? Как это Ксения могла помешать вашим потусторонним силам? Это мы и хотим выяснить. Не обращались ли вы к каким-то другим медиумам? Или, может быть, сами проводили какие ритуалы? Капли я пью. Пилюли глотаю.
Вот, все мои ритуалы. О, после смерти Петруши день за день идет, идет. Я даже не понимаю, где зима, где лето. А Петруша не давала себе знать? Довольно. Оставьте вы меня в покое, Петруша. Мне надоели все эти ваши фокусы. Вам деньги мои нужны, деньги мои нужны. Оттого вы все это затеяли. Антонина Марковна, поймите вы, Ксения могла пострадать от ваших неумелых заигрываний с духами. Это важно. Вы что? Вы что? Обвиняете меня? Чушь! Мы просто хотели помочь вам. Оставьте! Оставьте меня! Оставьте, оставьте меня! Все. Оставьте! Какие вибрации. Сколько темной энергии будто в нее в саму злой дух вселился. Покажите любезность. Покажите комнату, где была найдена Ксения. Нам внутрь не попасть. Если я не войду туда, я ничего не смогу узнать. Аннет. Поймите, мне очень важно туда попасть. Не могу я. Не велено. Меня Бенецианова выгонит, а городовой вообще в участок отправит. Аннет. Почтение, Платоныч. Мое почтение. Приветствую вас, господа. Как обустроились? Благодарствуйте. Нам многого не требуется. Тогда прямо к делу. Я вызвал вас, господа. Потому что мне нужны свои люди, независимые от местной полиции. Так же, как и от полиции петербургской, дело-то весьма деликатное. Это мы и понимаем. Не первый раз, Яков Платоныч, в таких делах с вами бывали. Поэтому вы здесь. Жалование как оговорено. Само собой. Письмо от полковника. Разумеется. Вот. У нас две задачи, господа. Француз Жан Лассаль, плотного телосложения, лет 50. Установите местонахождение и наблюдайте. И второе. Установите наблюдение за домом князя Разумовского. Фиксируйте всех его гостей, кто такие, откуда. Докладывайте ежевечерне. В экстренных случаях, в любое время, будете высылать мне записки, подписывайтесь, как обычно, Жук и Франт. Минутку. Приступайте немедленно. Рад вас видеть, господа. Взаимно. Честь имею. Дух Ксении Татариновой явись. Ой, худо мне. Ой.
сердце так прихватывает, как бы удар не хватил. Никто не зайдет, не спросит, не померла ли. Дух Ксении Татариновой явись. Ну, прислуги-то все равно. А если руки-ноги откажут, кому нужна буду? А племянничек моему? Племянничку только денежки мои нужны. Дух Ксении Татариновой явись. Кому на старости лет нужна буду? Но... Ксения! Отпустите меня! Я прошу вас, отпустите! Кто это был? Кто вас ударил? Бедный Анатоль, он же ждет меня! Кто это Анатоль? Отпустите, мне срочно нужно на Монастырскую! Я вас прошу, отпустите! Он же ждет! Кто молится-то обо мне? Будет. Она не отвечала на мои вопросы. Как будто бы она вообще меня не слышала. Все время просила ее отпустить. Отпустить? Ну да, ей. Она все время просилась к какому-то Анатолию. Твердила об этом, просто не переставая. А ведь ты знаешь, такое бывает. Такое бывает с теми, кто покинул этот мир недавно. Еще не осознал, что находится уже там, по ту сторону. Такие духи, как правило, одержимы последним желанием, которое у них было в жизни. Получается, что перед самой смертью она должна была встретиться с этим Анатолием. Должна рассказать об этом Штольману. Неужели Татаринов убил свою жену? Не знаю. Накануне он купил 2 билета в Москву на поезд. Для отвода глаз? Или они поссорились перед отъездом? И почему же они тогда пошли ссориться в комнату покойного мальчика? У них и своя комната имеется. Да, действительно странно. Яков Платоныч, Антон Андреевич, у меня для вас очень важное сообщение. Ксения в ту самую ночь должна была встретиться с неким Анатолием. Утро доброе, Анна Викторовна. Не могу порадоваться за этого господина, поскольку не имею чести знать. Вы присаживайтесь. Простите мне мою сумасбродность. Я очень торопилась. Ксения Татаринова перед самой своей смертью должна была встретиться с неким Анатолием на Монастырской улице. И мне кажется, что у них были отношения. Позвольте полюбопытствовать, а кто втянул вас в это дело? Кто на этот раз не доверяет полиции? Бенцианова или Татаринов? Ах, Ксения. Она мечется и все время просится, рвется к этому Анатолию. Влюблена. Снова светские новости с того света. Вы можете сколько угодно ехидничать, но вы хотя бы проверьте. Антон Андреевич, окажите услугу. Проверим. На Монастырской улице не так много домов. Так же, как и мужчин с именем Анатолий. Да, есть еще кое-что. Вы присаживайтесь. В доме Бенцанова объявился дух. А вот это точно не по нашей части? Да, но это дух покойного сына Бенциановой. Того самого, которого 20 лет назад не стало. Я слышал. Печальная история. Мальчик попал под лед и заболел воспалением легких. Но это было 20 лет назад. Но Бенцианова-то верит, что Петруша ее может вернуться? Ее можно понять. Она что-то скрывает. И это что-то связано с этим духом. Боюсь, это не в моей власти. Допрашивать Бенцианову о ее взаимоотношениях с миром духов. Это ведь по вашей части, не так ли?
Эта история с тетрадью наделала много шума. Как-то все не кстати. В Петербурге дело удалось замять. Хорошо, что его отобрали у Штольмана, он ведь почти докопался. Помилуйте, не стоит так драматизировать. Я не драматизирую, князь. Напротив, это вы слишком благодушны. Варфоломеев копает и будет копать. Дошло до императрицы. Она обеспокоена, что и велела вам передать. И это все, с чем вы приехали из Санкт-Петербурга? А этого мало? Впрочем, ее высочество также передает, что она не верит навет и всецело на вашей стороне. Но стоит соблюдать осторожность. Дело было верное. Я договорился с этой Курочкиной о покупке тетрадей. Все прошло бы тихо. Кто ж знал, что там эта сумасшедшая девчонка и что она убьет Курочкина? И где же тетрадь? Сжег. Не стоит беспокоиться. То есть я могу положительно уведомить в этом наших друзей? Вы что, мне не доверяете? Я только уточняю. А что с этой девочкой? С англичанкой? Все хорошо. В сумасшедшем доме. Надолго? Навсегда. Впрочем, довольна об этом. Вы же понимаете, от нас ждут решительных действий в отношении этого полигона. Он не дает им покоя. А присутствие здесь Штольмана, благодаря чему Варфоломеев знает о каждом нашем шаге. Послушайте, Нина, а может быть, убрать его? Нет. Ни в коем случае. Это только сыграет на руку Варфоломееву. А почему же? Месье Жан мог бы обставить это как смерть при исполнении служебных обязанностей. Нет. Не время. И, кстати, месье Жану вообще не стоит появляться в городе. Пока он пользуется моим гостеприимством и может находиться у меня сколько потребуется. Здесь его никто не будет искать. Хорошо. Я сегодня ночью уеду. Никто не должен знать, что я была у вас. Я не буду докладывать об этом Штольману. Но если, конечно, вы сами не побежите к нему на свидание. Эти ваши шутки. Хорошо. Так вот, на Монастырской улице проживает один-единственный человек, который может быть тот самый Анатолий. Это Анатолий Киреев, офицер. Что-нибудь о нем известно? Ничего особенного. Сигарет стоит. Выпивает в меру, головы не теряет. В Затонске у нас объявился, ну, месяца два назад проездом. Но задержался по каким-то пока невыясненным причинам. Есть какая-то связь с нашей убитой Ксенией Татариной? Хозяйка квартиры, где он остановился, оказалась дамой весьма любопытной и наблюдательной. Что бы делали без наблюдательных граждан? Да. Она сообщила мне, что Анатолия посещала дама в шапке с вуалью. Лица хозяйка, конечно, не разглядела. Зато во время отсутствия господина Киреева хозяйка заглянула в его комнату и изучила его почту. И выяснила имя дамы сердца Анатолия. Кто это? Она подписывала свои письма как Ксения Т. То есть... Мы любили друг друга и собирались бежать этой ночью. Да, а вот я думаю, случилось следующее. Вы пришли к Ксении домой, повздорили. Она отказалась с вами ехать, и вы ударили ее чем-то тяжелым по голове. Что вы такое говорите? Я не был в том доме. Я всю ночь ждал Ксению на почтовой станции. А вот это нетрудно проверить. Не так ли, Антон Андреевич? Я любил ее. И как долго продолжался ваш роман? Месяца полтора-два. Я не помню. Вы понимаете, все было как в сказочном тумане. Она чудо.
А муж ее тупица, самодур. И вы уговорили Ксению бросить мужа и уехать с вами? Вы знаете, что такое истинная любовь? Вы знаете, что такое незатухающая страсть, а у вас на пути какой-то ничтожный тюфяк, ничтожество? Я долго пытался ее уговорить, но она никак не соглашалась. Но в маленьком городе держать связь с замужней женщиной невозможно. Вы правы. И вчера сюда неожиданно грянул ее муж Татаринов, а мы с Ксенией... Ну, в общем, Ксения была со мной, и... Что тут творилось? Безобразнейшая сцена, должен я вам сказать. Татаринов пытался задушить Ксению. То есть вы позволили Татарину удушить любимую женщину? Я еле его остановил. Вот, это было ужасно. Я оттащил его. Видит Бог, я не хотел отпускать Ксению с ним. Я ужасно боялся за нее, но он муж, что я мог. Он все-таки увез ее домой. Он был в такой ярости, он был способен на все, вы понимаете? Не очень. Да. То есть вы отпустили несчастное создание домой с мужем, который перед этим пытался ее задушить, а сами остались допивать здесь вино в доме? Ну что вы намекаете? Просто восстанавливаю события. Да что я мог сделать? Он муж и... Мы с Ксенией должны были бежать той же ночью. Вот она прислала записку. Пожалуйста, через 2 часа она все-таки согласилась бежать. Причем немедленно, чем муж увез бы ее в Москву утренним поездом. Я прождал ее всю ночь. Это был наш последний шанс. Покараулят в Дон Жуана, пока Коробейников не вернется. А если алиби не подтвердится, в участок его. Слушаюсь. В любом случае, из города не выезжайте. Это тут у вас за мальчишка? Ну, Ванька, сирота. Поесть попросил, но я и покормила. Частый гость? Ну, забегает, когда проголодается. Хозяйки, доложите. У нас предписание на обыск. Это вполне могло быть орудием убийства. Похоже на то. Так. Что здесь происходит? По какому праву? Господин Татаринов, вы подозреваетесь в убийстве своей супруги, Татариновой Ксении Петровны. Я? Да. Что за бред вы говорите? Ревность, господин Татаринов. Ревность. У нас и свидетель имеется. Нет, сын. Я не убивал. Я спал. А вот мне, думается, не спали вы. А караулили свою жену, подозревая, что она сбежит с господином Киреевым. И она действительно собиралась бежать, о чем свидетельствует собранный ею чемодан. Между вами произошла размолвка, и вы ударили ее вот этой самой тростью. Нет.
Нет, вы ошибаетесь. Я любил Ксению. Я никогда бы не навредил ей. А господин Киреев утверждает, что вы душили ее. У него на глазах... Нет! Нет! Все не так. Этот человек, он совсем не достоин ее. Я ревновал, это правда. Но поверьте мне, я не убивал. Во всяком случае, из Затонска до конца следствия вам уезжать запрещено. А также необходимо отмечаться в полицейском участке ежедневно. В противном случае будете помещены под арест. Вам понятно? Доигрался, племянничек. Они считают, что это я убил Ксению. Что она делала в комнате Петруши? Я не знаю. Врешь! Врешь! Неспроста она там оказалась. Я знала. Вот знала, что ты до этого докатишься. Карты, потом долги, а теперь это. Смертоубийство! Какие карты?! Какие долги, что вы такое говорите, тетя? Это клевета! Я все про тебя знаю, все! Откуда? Откуда? Ну кто на меня наговаривает? Никто. Никто. А я все равно все знаю. Деньги тебе мои нужны. Деньги! Всем! Всем нужны мои деньги. Деньги! Почему не хочешь обнять матушку свою? А? Почему? Подожди, подожди, подожди! Не уходи, не уходи. Только не исчезай. Не исчезай. Как же мне хочется обнять тебя, приголубить. Нельзя, маменька. А люди, сказывают, тебя бояться надо. Будто из-за тебя Ксения померла. Но ты-то тут ни при чем. Ты такой тепленький, совсем как настоящий. Хочу с вами быть. Не хочу быть призраком. С тобой собаку купили. Игрушек бы тоже накупили. По городу бы на коляске катались. Целый день. Или на карусели. Тёть, что с вами? Ой. С кем вы разговариваете? Тёть. Вы здесь? Да здесь я, здесь. Не на том же свете не дождешься.
Но я же слышал, что вы с кем-то разговаривали. Померещилось тебе, померещилось. Со страху. Уйди, оставь меня. Дай мне покой. Да что же это такое? Да кто же?